Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре две флейты, которые я сделал совсем недавно. Одна из них — это флейта духа, которая настроена в пентатонике, и она у нас будет в тональности ре. Давайте сначала на нее хорошенько посмотрим. У нее есть 6 отверстий, одно из которых я закрыл. Вот здесь это хорошо видно. Украшена она вот такими бусами и черным пером. Вот так это все выглядит, и несмотря на то, что она очень похожа на флейту деревянную, на самом деле эта флейта сделана из пластиковой трубы. Здесь идеально глянцевая поверхность внутри трубы, поэтому звучит она хорошо. Это очень хорошо повлияло на ее звук. Ну, давайте послушаем, как всегда, и с эхом, и без эха. Флейту эту можно будет найти на моей продающей страничке OLX. На этой флейте хорошо можно будет играть человеку, который только учится играть, потому что здесь 6 отверстие закрыто. Ну, как на моем опыте, 6 отверстие вам потом пригодится. То есть я сталкивался с этим, я играл на 5, даже вот этот палец у меня был спрятан вместе с мизинцем, я держал ее вот так. Потом я начал привыкать на флейте с 5 отверстиями держать этот палец здесь, зная, что потом мне придется столкнуться с 6 отверстием. И поэтому здесь это предусмотрено. Вы можете развязать вот эту перевязь, снять кожаную накладку, и у вас будет 6 отверстие. Вы можете комбинировать 3 с 4 отверстием. Будет получаться очень интересные новые звуки. Вот. Ну давайте послушаем с эхом. Вот такая флейта. Подписывайтесь на этот канал, смотрите на эту флейту на моей страничке OLX, определяйтесь, она в продаже. Следующая флейта более низкая. Она сделана по принципу окарины, потому что у нее
заглушен торец. Вот. И выходное отверстие у него такое небольшое, маленькое. А это значит, что дуть в нее нужно очень осторожно. Даже не дуть, а дышать. Ну, вы можете проверить. Вот я недавно придумал, как это вам лучше объяснить. Возьмите ладони и дуньте на них. Получится поток воздуха прохладнее, чем температура вашего тела. Вы это почувствуете. А теперь сделайте такое движение, как будто вы греете руки, как будто зимой. Они у вас замерзли, вы греете. То есть вы делаете такой очень медленный поток воздуха и чувствуете теплоту воздуха. Вот попробуйте. И вот где-то с такой же интенсивностью нужно играть. Флейта сделана из более тонкой трубы. Диаметр у нее 40 миллиметров. Вот здесь такой удобный свисточек, нагубник. Вот такая накладка в виде перышка. Вживую смотрится очень симпатично. Ну, также украшена бусами и белым пером. Звучит низко, это тональность Си. Это еще ниже, чем До, кто не знает. Дышал очень аккуратно. Дышал я в нее очень аккуратно. Там был такой очень свободный поток воздуха. И чем ниже нота, тем еще меньше я его выдавал. Ну, флейта, вы когда играете на флейте, любая из ваших флейт, вашей коллекции, вы к ней привыкаете, вы срастаетесь. И на какой-то флейте можно больше дать поток воздуха, на какой-то меньше. Вот на этой нужно немножечко. Но, тем не менее, все ноты выдуваются. Даже была, если вы обратили внимание, та, которая еще выше, чем при всех открытых. Вот все открытые. А вот еще две выше. Ну, то есть берутся на ней все ноты. Флейта, как я уже говорил, сделана из пластика, и ее диаметр 40 мм. При этом длина относительно небольшая. Вот она у меня помещается даже в кадр. Сейчас попробуем замерить. Ну, где-то в районе 50 сантиметров. Так, на этом все. Заканчиваем сегодняшнее видео. На обзоре у нас сегодня были флейта Духа Ре. Флейта Духа Ре.
и гибрид Пимака Карина в тональности Си. Подписывайтесь на этот канал. Пока. Yes.